Приветствую всех на моем канале. Сегодня я снимаю видео о вязании. Это видео у меня выходит по необходимости, так как изделие, которое я связала, вот допустим вот эту манишку, муж завтра уже оденет на работу. Эту манишку я вязала из конкурентной пряжи. Прошу прощения, конечно, за освещение. Я снимаю вечером. У нас уже 9 час, поэтому все повключала. Так получается. Я уже показывала в покупках эту пряжу. 250 метров в 100 граммах. Шерсть акрилка 50%. Вот она у меня уже постирана. Чуть-чуть вот тут не досохла маленько. Еще даже нитку не убрала. Спинку покороче связала, перед подлиннее. Я вязала ему шапку из этой же пряжи. Он попросил мне манишку такую же связать. Ой, извиняюсь. Теперь, значит, я связала дочери кофту. Вот пришла ей пуговки. Вязала я регланом снизу. Такая получилась кофточка. Я ее уже одевала. Вот. Здесь я просто сделала листочки, не стала больше ничего добавлять. Такая простенькая, тепленькая кофточка. Мы уже в поликлинику не ходили. Так, а вот еще одна вещь, которую скоро будут носить. Это меня попросила старшая дочь связать ей носочки. Они связаны из перуанской альпаки, тоже от пехорки. Пятьдесят альпака, 56 бенос. Не тоненькие, не обязательно она просила сапоги, чтобы толсто не надо. 150 метров, 50 граммах. Даже два мотка не ушло. Я не сильно плотно вяжу, не сильно слабо. Так. Вот. Теперь хочу вам показать одну жилеточку. Я ее вам не показывала в своих работах вязаных. Дочка, конечно, мне ее не очень долюбливает. Она такая с травки, но она такая красивая. Мне она так нравится. Вот я ее тоже связала регланом, но только сверху. Такая праздничная, красивенькая. Пришила вот такие вот застежечки. Получилось. Ну, тоже без швов. Ну, регланом, естественно. Она так блестит. Такая праздничная. Я думаю, все-таки, что на Новый год она ее оденет. Такая вот жилеточка получилась. Красивая. Давно уже, конечно, висит. Я уже ее и по осени пробовала ее одевать. По мере так немножко походит, а потом просит, чтобы сняла. Все-таки она травка есть травка. Вот, а теперь хочу вам показать платье ребенку я вязала и как я их оформила. Вот одно из первых я сделала, значит, такую вот аппликацию. Не помню, конечно, показывала или нет. Вот такое вот платьишко. Так, и последнее платьишко я. Значит, подол решила вот такое кружево. Решила здесь тоже веточку, сделала аппликацию. И по горловине сделала тоже маленькую тесенку. Вот единственное, что какая-то вот как будто незавершенность, мне так кажется, что вот рукавов нету, нету никаких, ничего. Может быть, посоветуйте. Чтобы из не было лишнего, что сделать вот с рукавами или так просто оставить. Такое платьишко. В принципе, мне нравится. Нормально получилось. Простенько. Красиво. И еще.
Что хочу я вам показать мои покупочки. Я купила. У нас очень большой был завоз пряжи. Просто огромный. Я зашла и открыла рот в магазин. А там помещение небольшое, павильон. Но там так много пряжи было. Так много. Но финансы говорят о своем. Итак, вот такую я купила. Три моточка. Тоже дочь на кофту. Из-за миди. В 100 граммах 170 метров. 75 акрил, 25 шерсть. Мне очень понравилась расцветка такая необычная. Три моточка взяла такой пряжи. И взяла куку. Я не буду распаковывать, наверное. Все-таки. Извините, маленько пошел все-таки. Хочу показать вам, естественно, красный цвет. Вот какой, видите. Прямо ярко-красный. Вот такой вот цвет. Вот такую пряжу я взяла. Вот зелененькая. Такая. Показывает не зеленую. Вообще, на самом деле, она такая ярко-зеленая. У меня из куку есть. Значит, сейчас вам покажу. Зеленая. Вот они, два мотка. Видите? Потемнее этот, посветлее. Зелененькие тоже есть. Есть такая красная. Перед Новым годом, может быть, что-нибудь. Не буду ничего обещать. Постараюсь какую-нибудь праздничную салфетку, может быть, связать на стул. Времени мало остается, но... Желание такое есть. Ну, в общем, вот это все, что я хотела вам показать. Спасибо большое, что заходите ко мне на канал. Комментируйте, пожалуйста, ставьте лайки. Буду рада вам. Всем большое спасибо еще раз и до новых встреч.